хлопці з хору Ірини Білих стали для неї настільки близькими, що вона довірила їм найдорожче. Довірила і пошкодувала про це. Чому? Дивимось. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, сколько мне лет? Правильно! Сегодняшняя песня, в общем-то, об этом, что независимо от того, чем ты занимаешься, кто ты есть, ты всегда остаешься молодым. Начинаем репетицию, берем партитуры. Они все-таки прониклись, наверное, идеей этой песни и немножко углубились, в общем-то, в такую серьезность, перестали, да можно сказать, и дурачиться, вот слишком серьезно восприняли эту тему. Ребята, я хочу вас пригласить познакомиться с моим сыном. Мне негде было его оставить, слава богу. Нашелся хор города Севастополя. Вот одни ребята. Денежки на пирожное я оставила. Пейте чаек, не скучайте. Все, нормально. Все, давайте, до встречи. Я скоро буду. Ну что, давай знакомиться. Глеб. Привет! Запомнил? Легко было найти общий язык, потому что мы его нашли с помощью музыки. Глеб, было так круто, что у меня даже струна порвалась. Ну что, давайте пойдем куда-то развеемся. Автоматы, думаю, понравились всем, потому что это позволило почувствовать себя ребенком. И не просто ребенком, а ребенком, которому дали игрушку, которую он всегда хотел. Я седьмой! Давай! И тут мне звонок непонятный. Я поднимаю трубочку. Алло, это Ирина Билык. И она спрашивает, а где Глеб? У него все нормально, может, он поесть хочет. А ну, дай ему трубочку. А где Глеб? Подождите, подождите. А где Глеб? Глеб! Так здесь был. Глеб! Где? Да ладно. А где он? Ребята, ну что, нигде никто не нашел? Мама звонит. Нет, пока что нет. Кто звонит? Мама звонит. Мама? Да. Не переживайте, не переживайте. Все нормально, сейчас мы его найдем. Давайте еще раз пару человек туда, давай, короче. Не видел мальчика. Извините, не видели мальчика где-то 14 лет? Не проходил здесь? 15 пар глаз, и никто не уследил. Мы несли ответственность за него. Мы виноваты в этом, конечно. Все абсолютно. Глеб! Нашел. Все, обыскали. Нас никуда, и мама уже сказала ремня, мы такого выхватим. Ты понимаешь? Алло, не переживайте, Ирина Николаевна, все нормально. Дай Глеб трубочку. С нами. Я могу дать трубочку. Алло. Мы с мамой договорились об этом заранее. Мама хотела проверить на то, какие они ответственные. Ребята выгуляны. Да, все, везу. Может, все-таки скажем? Ребята, это был розыгрыш. Ребята все-таки вспомнили вот это вот юношеское настроение, юношеский задор. И мне кажется, что на сцене они вспомнят это настроение, потому что я их так и настраивала. Вы ж только не забудьте, сделайте самое главное. Хор Ирины Билык, Севастополь.
Залишайтеся молодими, любіть вічно і даруйте один одному кохання. Ну, не дивно, чому такий вибір пісні, мабуть, залишатися молодим назавжди. Це чудово, але мені здалося, що така естрадна пісня місцями звучала, як в якомусь католицькому храмі. Це свідомо так було зроблено, хлопці? Так. Ви знаєте, исполнение этой песни являлось посвящением всем тем людям, которые ушли рано из жизни, которые, это так страшно, которые недолюбили, недотворили, просто не ощутили тех настоящих красок жизни, которые чувствуем мы сейчас. И мы хотели сказать, чтобы наслаждаться всегда жизнью и... Живите и любите жизнь. Ніна Митрофанівна, як відчули все те, що хотіли хлопці передати? Ну, звучала надія на краще. Розумієте, а раптом війна, а раптом бомба. Давайте краще молодими бути, правда ж? Давайте доживемо за тих, кого немає серед нас. Так, звучало? Да, 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 да. Ми за них доживемо. Ми за них долюбимо. Прекрасно. Дякую. Чоловічий спів завжди позитивно впливає на жінок. Михаил, что скажете вы? Ну, мне, во-первых, очень нравится, что данный проект прогрессирует и улучшается постоянно. Я, видимо, им ставил низкие оценки, простимулировал их немножко развиваться более интенсивно. И у них это получается. Подействовало. Да. Спасибо! 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 Чекайте, це ви ще повторите після сьогоднішніх оцінок, що це? Да. Это за прошле. Не-не-не, ну это наполовину шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Я просто обратил внимание, что сейчас по образу с каждым разом все более и более точное попадание. Это мне нравится. Ребята, молодцы. Спасибо. Михаил, спасибо. Анатолій, підтримуєте слова Михайла? Абсолютно. Я лише категорично не згоден з однією фразою з цієї пісні «Let us die young». Я вважаю, що не потрібно лізти в очину Бога, але не бійтеся заглядати у свій паспорт. Там прописаний вік вашого тіла. Ваша душа повинна завжди зупинитись на позначці 21. І не думайте про це. У Юрі 19, вибач. 19 недалеко від 21. 21 більше, а ви сьогодні завжди хочете, щоб ми вам ставили більші оцінки. 11. Ніна Митрофанівна. 10. 10 балів. І Михайло. 10 балів. 10 балів. Севастополь. Браво! Молодість зробила свою справу. Севастополь! Не задушіть білих!